Ну, история с Собяниным, вы знаете, я думал, что он будет гораздо более худшим мэром, скажем прямо, да. Я его не выбирал, но тем не менее, те действия, которые он предпринимает, в общем-то, он делает все правильно для своего ректората. Что можно было бы касательно меня, верните все, как было раньше. Но вообще те действия, которые он предпринимает для, опять-таки, повторюсь, своего электората, он все делает верно.